Компания ArcelorMittal Темиртау погасила кредиты семей 44 погибших шахтеров. Об этом сообщил аким Карагандинской области Ермагамбет Буликпаев. Выплачены займы самих горняков, их супругов, родителей и детей. Семьям также выдали по 10 годовых зарплат. Обещанные квартиры будут покупать из расчета не менее 18 квадратов полезной площади на каждого члена семьи. Предусмотрены и страховые выплаты детям до совершеннолетия. Оказана и государственная помощь. Со стороны государства оказана вся необходимая материальная поддержка. Все 46 семей получили единовременную выплату на погребение. 20 семьям, имеющих несовершеннолетних детей и детей, обучающихся в вузах до 23 лет, назначено государственное социальное пособие по случаю потери кормильца. Помимо этого будет также и другая поддержка семьям погибших шахтеров. Ситуация вокруг ArcelorMittal Темиртау наряду с плохой экологией и износом коммунальных сетей входит в тройку главных проблем региона, отметил глава области. 30 тысяч коллектив, которые там работают. Вокруг этого комбината еще порядка 20 тысяч человек работают, поэтому нам стабильная и безопасная работа комбината для нас очень важна. Это мы надеемся, что с приходом нового инвестора мы приведут его в порядок.